Привет, друзья! Еду. Это урок финансовой грамотности. Я только что ел орешки, я веганю сыроедю с недавних пор, уже почти полгода. И вот еду я, экономлю бензин, никуда не спешу, попутчиков не взял. Вот. И догоняю вот эту впереди меня машину. И думаю, надо обогнать ее. Но если я ее обгоняю даже, то интересно, чего он так медленно едет? Посмотрите, это Toyota. Видите, Toyota. А вот смотрите, как я еду. Я проехал 440 километров, и у меня, вон, видите, 3,8 литра на 100 километров, и у меня километраж почти 80 километров в час, и вот я догоняю его. А знаете, почему он так медленно едет? Потому что у него не машина, а проглот. Если он поедет быстрее, он выбрасывает деньги на ветер. Поэтому такая машина, как у него, если она не для работы, а просто потому, что она ему нравится, это выбрасывание денег на ветер. Понимаете? Это выбрасывание денег на ветер. Это неразумная покупка. И вот результат. И вот результат. Он едет теперь 80 километров в час, чтобы сэкономить топливо. Вот и все. На этом урок финансовой грамотности закончен. С вами был Сергей Лихий. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пока.